Останки 41 солдата Червоной армии с воинскими ушанованиями перепахавали сегодня у вёсцы Калинина Гомельского района. Митинг прошел ля братской могилы, где уже нашли покой 649 воинов. Пошуковая экспедиция на местности проводилась у осень минулого года. Костяные останки больше як 40 военнослужащих Червоной армии нашли у лесном массиве у 4 километрах на полдень от Калинина. Однако раскопкам попередничала не меньше складанная и долгочасовая праца. Изучая документы сайта ОБД «Мемориал», мы уже практически лет 5 назад определились на этом месте. В конце 2017 года выходит дополнительно еще один документ на сайте ОБД «Мемориал», который конкретно конкретизирует, показывает, в каком месте находятся эти три могилы.